А сейчас хор бывших рецидивистов исполнит задумчивую песню «Вечерний звон». Кто ее помнит? В группе «Бом-бом». Участвует тот, у кого заканчивается срок заключения. На сцену тащи его. Это наша традиция, и мы ее храним всегда. Бузя, имеешь свои две ноздри. Четыре класса. Читай мурзилку и дыши носом, пластмасса. Возьми сковородник, у меня пестик под подушкой. Как начнет приставать, так сатани той игрушкой. Зарезали семеры, а восьмого не углядели. Вот и ушел. Смирых напрочь мешок и воду. Капстец пришел, а восьмой донес. И сколько сейчас дают за этако недоразумение? Больше давали за такое умение. Интеллигент в замшевых ботинках обычно помалкивал. Да? Да. Иначе он просто хам. А то уж поташнево. Ой, красавец. Пить надо меньше, дурачок. Кол-то выломил, а руки трясутся, кардучок. Пойдем выйдем, урка с мыльного завода. О, моя море! Прокудин Егор, бородский весть. Последняя кличка — Горе. Замки ломать, а не тапочки шить. Чем тебя только делали такого? Быстро жить. Сразу на арапа берут. Гражданин, какой я вам гражданин? Я вам товарищ и даже друг и брат, хозяин своих штанин. Надо же взлохматить сердяшку.
веселю здесь разврат и опрокину этот город. Во мраке ужас Тартары, и нужен повод. Не могли бы мы где-нибудь здесь организовать небольшой забег в ширину, такой, знаете, бордельера? Какой-нибудь набег бордельера. Такой, знаете ли, небольшой, аккуратненький бордельера. Народ для разврату собрался. Официант, снимай сомбреро. Ну что, трактирная душа, немедли. Займемся развратом. Душа поет, рвется наружу. Калина красная, крытая адом. Ha!